Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет Delta Force 3, Land Warrior и операция «Ракета в бутылке». Итак, краткий обзор. Оперативные работники ЦРУ опознали всех террористов, с которыми вы столкнулись, и заявили, что они принадлежали группе «Новый рассвет». Они появились недавно как одна из передовых международных террористических организаций. Они полностью поддерживают политику ВНП. Они полагают, что такие экономические структуры, как Мировой банк и Международный валютный фонд, используются для подрыва местных органов власти. Однако интересы нового рассвета идут гораздо глубже, чем ВНФ. Их лидер Никогас Фазикас. Он прежний командующий Крайдера. Фазикас известен своей жестокостью. Так как их вера с ВНФ совпадает, они требуют освобождения Крайдера. 3 дня назад они похитили офицера спецназа, пребывающего в отпуске. Этот офицер – сын высокопоставленного должностного лица, и они полагают, что он отлично подойдет для обмена с Россией на Крайдера. Сегодня офицер был перемещен в лагерь недалеко от Бейрута. Правильно же я прочитал? Ливан. Лагерь, обозначенный как миномет, уже был под наблюдением ЦРУ в течение некоторого времени. Так что у нас есть поддержка российских союзников. Лонгбоу, вам приказано заняться данным делом. Вы приблизитесь к цели с запада. Ваша миссия заключается в том, чтобы найти офицера и сопроводить его к точке выхода. Вы можете убивать врага по мере необходимости, но не забывайте, что ваша основная задача – спасти военнопленного и вывести его. Удачи! Итак, нам предлагают автомат с оптикой, МП-5, пистолет, гранатомет, патроны и осколочный. Давайте так и сделаем. Все, сохраненных у меня нет. Я первый раз прохожу эту миссию и стартуем. Так, мы, похоже, высадились. Так. Нам туда. Я уже вон вижу какого-то абрагана. А как одиночный огонь поставить? А то что-то вообще как-то... Ставка, блядь. Ой-ой-ой! Ничего себе! Готов. This is King 6. Be advised, there's a truck inbound from the east. Так, где еще? Машина. This is King 6. I've got hostiles moving to the northeast building. That's where the package is. Я не знаю, что он там болтает мне на английском. Блин, жаль, что нельзя. Подбирайте пушки, потому что как бы патроны-то не бесконечные. Правильно.
Что-то бегают там. Так. Ладно, пусть бегают. Здесь что у нас? Готов. Ух ты, ё-моё. Блин, откуда вот, где стреляют, я не вижу. Вот что плохо. Движения не вижу. Ведь это там. А, вон в окне. Есть такой. Так, вот это здание сейчас посмотрим. Готов. Есть. Я его видел там. За мной. Так, вот это что за отметки на радаре? Это типа здание или что? Очевидно, да, автомобиль. Я его засек. За мной. Вот кто орёт, я не понимаю. Вот он. Орущий один. Бля! Ух, ебать. Ну, я напугался. Да, longbow is down. Короче, придется переиграть. Так, подходим. Еще разочек. Я уже сохранился поближе. На этот раз. Ах ты, черт, сбежать хотел. Ого. Че это? Так, сейчас посмотрим. В доме есть кто-то. Спецназ. Вот наш заложник. Ух, мне повезло. I'm here to help you. King Six, the package is secure. I say again, the package is secure. Bring the package to the LZ. Так, мне в ту сторону куда-то бежать. Вот еще один сидит. Ой-ой-ой! Блять. Longbow is down. Как загрузить?
Да блин. А, вот, мне F12 надо. Я же на F9 переназначил. Так, теперь прочувствуем еще все, все. Опять же, досконально. Вот его не видно. Нет метки на радаре. Сейчас надо поговорить с этим. Со спецназё. Who are you? I'm here to help you. King 6, the package is secure. I say again, the package is secure. Copy that. Bring the package to the LZ for extraction. Так, аккуратненько надо дом. Ой, блядь. А я, блядь, не сохранился, да. Четко. Так, на этот раз я уже сохранился. Пробуем зайти. В эту халупу. Потому как они мне в спину дышать будут, блин. Если их не завалить. Это мне как бы нафиг не надо. Так, идем туда. На юго-восток. Сдается мне, что это еще не все. Спецназ, а ты не хочешь взять пушку, которая просто лежит? Вертушку слышу. Наши, походу. Вон она. Все, побежали. К ней. Готово. Ну вот, друзья, миссия у нас выполнена. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии под роликом. И нажимайте на кнопочку колокольчика, чтобы не пропускать новые видосы и стримы. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.